Нет, все-таки оранжевые фонарики тоже приятно. Сначала казалось, что белые светодиодные фонарики — это революционный шаг вперед. Да, возможно, с точки зрения потребления электроэнергии это да. Но с точки зрения эстетики я не думаю, что все так однозначно. Красивые фонарики. Сейчас мы заедем на Кристорову горку. Упс, тут... О, боже. У меня сегодня фара не настроена. Тут ежиков столько бегает по дворам. Надо быть осторожным, чтобы не раздавить. Ой, как хорошо пахнет прелым садом. Тут были дожди, немного трава и листья с апреля. Чудесный запах. Упс. Сколько фонариков. Собаки переговариваются. Помню, я в одном месте путешествия лежал. На краю огромного яра. Забыл, как это место называется. А там внизу, в долине, лежали села, и собаки переговаривались на все голоса, а мне почему-то не спалось, не знаю почему. От огромной жары дневной я перегрелся, от усталости просто не хотелось. Я слушал голоса собак. Привет. И все их выучил. Я уже научился их распознавать. И не одну, и не две. Больше, чем с полдюжины собак. У каждой собаки своя манера разговора. Вот одна начинает, и они уже все по кругу продолжают. Но я уже даже ждал какой-то особо полюбившийся голос, чтобы он в этом круговращении повторился обязательно. И если он когда-нибудь повторялся, я радовался. Как же это место называло? А, не помню. Какая темнотища. Красота. Тут недавно меня посетила муза. Сейчас мы найдем опус. Так. Держи его. А, вот. Ну, условное название. Муза Овидия. Муза Овидия.
Иду по улице, навстречу идет эфтерпа, муза лирическая. Здравствуйте, ваше величество, ваш слуга покорный. Да, я не занят, сейчас. Буду писать проворно. Признаться, никак не ожидал. Вы собственной персоной. Видно, вечер очень хорош. И липами пахнет в аллее сонно. Вот сейчас как раз середина лета. И словно бы тонкий протяжный звук рождается где-то. В нем есть мягкость и, кажется, бесконечность. Может быть, это звук, идущий из вечности в вечность? Через весь этот мир, всегда молодой и удивительно ветхий. Вот и луна, как абрикос, желтый висит на ветке. Все вращается в мире подлунном, рождается и проходит. И прошлое, хоть оно у нас есть, но тоже уходит. Время его очищает от желаний, страстей, от тревог и сомнений, от мучительных чувств, переменчивых мнений. Но удивительно, от него остается легкий, чудесный запах, как у сухого цветка. Трудно сказать, жизнь длинна или коротка. Скорее всего, она не о времени. Это только фазы. От цветения до семени. Это только сезоны от весны до осени. Это майские грозы и осенние просени. Это только метаморфозы и воплощения. Это только текучие превращения. Да, забавное получается видео. Видно, муза шла не ко мне. К Овидию. Так. Ну тут уже ночь настоящая. Ей-богу. Спустимся вниз, потом подъедемся. Вау, как бы тут не бахнуться. Ай, ай, ай. Ай. Темно совершенно. А, да, я же фару поднял вверх. О, мотыльки. Тут уже прохлада веет.